Привет, друзья! Илон Маск показал сразу прототипы двух новинок компании Tesla – роботизированное такси CyberCab и беспилотный фургон RoboVan. Также был показан и робот-гуманоид Optimus. Начнем с машин. Роботизированное такси CyberCab можно использовать не только для личного пользования, но и сдавать в аренду, зарабатывая на нем. Tesla собрала не меньше 50 CyberCab и планирует развернуть массовое производство не позже 2027 года. Цена одной модели CyberCab для предпринимателей составит менее 30 тысяч долларов. В CyberCab нет руля и педалей, поскольку управление человеком вообще не предусмотрено. Машина работает полностью в беспилотном режиме. Автомобиль будет заряжаться индукционно, без необходимости подключения к сети. Маск заявил, что автономные автомобили будут в 10-20 раз безопаснее, чем управляемые людьми. Поездка на CyberCab обойдется в 20 центов за 1,6 километра. Для сравнения, на автобусе это стоит 1 доллар. Беспилотный фургон RoboVan сможет перевозить 20 человек. Он также не имеет руля и педалей. Его можно будет переоборудовать в грузовую версию. Больше всего внимания привлек робот Optimus. В будущем он сможет стать одним из членов семьи. Обещают, что робот сможет убирать дом, выгуливать собаку, стричь газон, поливать растения, накрывать на стол, протирать пыль, играть с детьми и многое другое. Роботов уже адаптируют для работы на производстве и работы автомеханиками. Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.